с Escape from Tarkov сделали одну очень тупую вещь. Тихо, видите? Опа, попал. Чтобы в текстурах не появляться. О, умри, мой дорогой мальчик. Тебе пришел капздец, как я люблю называть это. В этой игре надо всегда слушать. Косой, 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 умри, умри! Хей-хей, дорогие друзья, с вами Дилан. И сегодня мы продолжаем играть в игрушку Escape from Tarkov. Да, кстати, слышите? Новый музончик подвезли. Вышло обновление, которое добавило новую музыку. Кстати, что, знаете, довольно крутая музыка, поинтереснее, чем раньше было. И добавили немного оптимизации, так как у меня прибавилось лично, кажется, вроде с прошлого раза 5-6 FPS, что ли. Ну, радует. Это, наверное, единственная игра, в которой люди говорят правду. Они сказали, что вот мы будем работать, мы будем улучшать. И реально улучшать. Я помню, когда я только ее скачал, когда только купил, FPS было мало, все еще подлагивало, было как-то трудно играть, но можно было все-таки. Сейчас, например, без записи я пробовал недавно вот играть, вот точнее вчера. Было идеально. То есть на заводе самом, например, вот на открытой пространстве было чуть-чуть подлагивало, но все-таки было. А если в помещениях, не было вообще ничего. Завезли же оптимизацию, люди работают, и Escape from Tarkov реально хорошая игра. Это единственная игра, где с обновлением игра становится лучше, она не ухудшается, как Dead by Daylight, все остальные, Ark там, потому что, блин, все катится, как-то игры ухудшают. Здесь красавчики, улучшают, улучшают и еще раз улучшают. Я решил в нее еще раз поиграть, так как вижу, она вам вроде понравилась, мне она саму понравилась, игрушка довольно веселенькая, интересненькая. Почему в нее не поиграть еще раз? Она стоит своих денег, кстати, рекомендую. Ну, не рекомендую, у кого слабый ПК. Хотя, в принципе, можно. В принципе, можно. Я, наконец-таки, жду своего ТГА нового девайса. Я заказал себе ТГА. Ну, небольшой апгрейд для ПК, который должен увеличить мне на 10-20 FPS. А что уже будет довольно, знаете, круто. Ролики будут становиться лучше. Так как сейчас я, знаете, уже коплю на новую еще один, на одну такую интересную вещицу, звуковую карту. И когда я куплю, можно уже будет более-менее наслаждаться. Звук качественный, картинка не лагает, все прекрасно, все чудесно, канал будет расти. А потихонечку мы пока что растем, мы маленькие, да, знаю, но все с этого начинали, как вы не хотите. Некоторые сейчас пишут, где Арк. Арк скоро будет. Уже вот, не знаю, может завтра, может послезавтра, ну я надеюсь хотя бы. Я сейчас просто не хотел им заниматься, так как слишком много геморрочно, нужно сейчас за металлом летать, надо добывать порох, чтобы делать патроны, нужно уже рекса томить, нужно томить водное животное, чтобы не добывать под водой. Много дел, короче. И у меня вчера произошло чудо, точнее не чудо, слава богу. Мой друг, с которым я делаю кооперативы, у него появилась возможность, он смог приобрести себе арк. Ну, он просто там сейчас ПК недавно делал апгрейд, поэтому у него не было средств. Сейчас появились деньги, он купил арк, мы вчера с ним играли. Я его немного прокачал, отдал ему половину своих животных, рассказал все та-та-та-та-та-та. И теперь у нас будут по арку кооперативы. Будет весело, поверьте, мы вчера веселились до жути, угорали там. Было довольно эпично, чуть даже не сдохли. Но могу точно сказать, не умерли. Мы живые. Можете радоваться, да. Прокачал его до 20 уровня, и мы там решили пока закончить. Скоро будет, я же говорю, совместная серия. Все будет круто, веселье, угарчик. Ну, как вы любите. Так что ждите, не переживайте, арк я не собираюсь забрасывать. Не для этого я его покупал. А я здесь думаю, пока что все-таки можно уже наконец-таки помолчать, сделать паузу и продолжим, когда найдется игра. Кстати, да, мои дорогие друзья, еще есть один момент, который меня немного начал подбешивать в последнее время. В Escape from Tarkov сделали одну очень тупую вещь. Тихо, видите? Опа, попал. Тихо. Тихо, видели его. Вот, кстати, делали тупую вещь, это тупой респаун. Это меня немного подбешивает, почему тупой? Потому что сделали так, что на карте есть, например, знаете, 5 точек респауна, где люди спаунятся. И знаете, в чем проблема? В том, что эти 5 точек, не знаете, так тупо... Тупо расположены, знаете, я вот вчера, когда заспаунился, меня сразу спустя одну секунду летит граната. И убили. Сделайте побольше точек, либо сделайте как-то немного рандомно, но так, чтобы в текстурах не появляться. О, умри, мой дорогой мальчик. Тебе пришел
Кобздец, как я люблю называть это. Завалили маленького говнаря. Давайте полутаем его. Что у тебя было? У тебя было... Это что, это типа мини-дробовик такой? Я первый раз его, кстати, вижу. Масочку заберем, спасибо. Масочка не помешает. Вот, тупой респаун, его надо как-то с этим... справляться или как-то избавляться, не знаю. Кстати, дробовики... А, не, они одинаковые, просто это, походу, короткий ствол. Не знаю, это плохо это или нет. Вот, и это немного, знаете, как-то немного бесит. Не знаю, лично меня. Как там, вас, не знаю. То, что ты спаунишься... Помню, момент был когда-то, я когда давно играл, у меня был очень крутой лут. Я взял специально, знаете, не знаю, решил взять самый лучший лут, снайперку, все остальное. Только заспаунился, и меня убивают в голову. Спустя 4 секунды сразу. И это тоже, знаете, не очень сильно радует. Немного... Просто в этой проблеме, блин, чёрт, в этой игре надо всегда слушать. Кому тут... Косой, 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 умри, 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 я ж попал по тебе. Надо его убить. Умри, умри, я ж попадаю. Да попадай уже, не ври мне. Да почему патроны кончились? Так. Хилка, 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 хилка. Юзай, 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 юзай. Использование, бинт. Давай, давай. Блин, не, наверное, уходим, все, валим. У нас довольно... Все, блин, нахрен, нахрен. У нас хп мало, надо валить. К зоне, убегаем. На выход. Ой, получилась эпичная перестрелка. Блин, он не дохнет. Я в него столько раз всадил, он не умер. Так, он залутанный у нас уже. Пацанчик, открывай, открывай. Быстро. Быстро открывай. Я знаю, что сейчас могут убить. Открывай, открывай. Сорян. Я знаю. Беги, беги. Тихо, тихо. Никого нету. Быстрее выходи, пока не умер от сраного кровотечения. Так, тихо. Вот так. Становимся, смотрим, что у нас. Что? Нет! Чмошник, а? Гадство, я не успел, меня убили. Блин, зато получилось эпично. Я в него столько свинца всадил, он не сдох. Я не понимаю. Это что за магистр, ёптить? У него что, пуля это пролетает между головы? Я в него столько всадил, он не умер. Это что у него там за бронежилет, я не понимаю. Я в него всадил, всадил, он не дохнет. Ты что, бессмертный, падла? О, блин, эпично. Я думал, смогу выйти. К сожалению, нет, не успел. Вот урод, он меня успел завалить. Ладно, продолжим уже в следующий раз. Ну что, мои дорогие друзья, мы продолжаем, мы опять на заводе. В прошлый раз получилось как-то не очень, мы сдохли. Ну, случайно произошло, я что-то тупанул как-то. А, кстати, стоять. Я быстренько хотел чувствительность мыши сделать чуть-чуть поменьше, вот где-то 25, я думаю, а 25. Ладно, пусть 24, хрен с тобой, урод. И здесь как-нибудь, знаете, 17. Чтобы было поменьше как-то. Вот так, ну, более-менее. Вот, вот так, вот так. Ну, так более-менее хотя бы, да. Блин, чувака, конечно, встретили, но немного неудачно встретили. Как-то... Ой, я не знаю, там какой-то чувак, одного мы завалили, второй какой-то был очень бронированный, не знаю, каким образом. Мы в него шмаляли, шмаляли, вот, а ему было как-то пофигу вообще. Шел себе спокойно. И жил себе дальше. Какой-то живучий засранец был, попался. Но ничего. Ничего, мы не переживаем. Я взял своего обычного... Я взял своего обычного персонажа. Тихо. Да что ж ты. Слышите? Где-то здесь месиво происходит. Где-то вот тут. Ладно, пойдемте, поднимемся наверх. Бегает, бегает, бегает. Кто-то бегает. Не пойму где. Видите? Не, это не человек. Ошибся. Ошибка немного. Ошибся. Ну, извините меня. Показалось человек. Оказалось не человек. Но выглядело. Почему-то выглядело, как будто это чувак, который пригнулся.
Тихо. Это труп, что ли, подо мной? Так, давай-ка присядем. Залутаем. Ну, я думаю, его уже залутали. В принципе, я прав. Так, давай пододвинем, чтобы проще было. Да, я думаю, его залутали. Тут бессмысленно смотреть. Здесь 100% ничего нет. Ну, болты, ладно. Есть болты. Ну, это трудно назвать лутом. Это такая, знаете, хрень одним словом. За нее, в принципе, платят маловато. Так что смысла ее брать нету. Тихо. Смотрим, кто там. Где-то кто-то стрелял. Где-то кто-то кого-то убил. Вопрос только где и кого. Неизвестно. Бот человека или человека-бот. Ой, человек. Человека-бот. Немножко человека-бот. Я ведь человек и немножечко бот. Я человека-бот. Да, конечно, прикольно. Я придумал сейчас словосочетание. Ну да ладно. Идем дальше. Немного страшновато как-то, боюсь. Боюсь сдохнуть. Будем надеяться, что не сдохну. Где-то кто-то там стреляется, такое месиво устраивает. Жестокое месиво. Кто-нибудь есть? Смотрю еще движение сейчас, чтобы кто-то дернулся, и я мог заметил его. Пока не вижу. Блин, где-то говнари стреляются, но я не могу понять, где именно. Где-то у них там месиво происходит, они где-то вот... Вот где-то вон там. Где-то там. Но не видно как-то, не могу понять, где именно точно. Ладно, побежали к ним. Я хочу вместе с вами веселить. Косой, косой! Убил? Вот это да. Видели, какой косой? Вы видели? Вот это я косожопый. Я это и раньше рассказывал. Но теперь вы это точно знаете. Так, Лутецкий, не забываем, что ты мой основной персонаж, поэтому сейчас, в принципе, можно уже уходить. Даже сейчас. Мы и так, в принципе, нашли офигенный лут. Нам этого вполне достаточно. Вот так делаем. Перезаряжаем. Ищем. Ничего не нашли там. Поиск. Отлично. 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 Потрясающе. Так, а где моя пушка? Перезаряжайся. Давайте еще одного говнаря, наверное, убьем. О! Вот так тебе, чмошник вонючий, а. Так, он нас сейчас, походу, убьет. Быстренько лутаем его и валим этот на зону. И валим сразу на зону. Так. Пистолет. Мать твою, не могу взять пистолет. А, возьми маску тогда хотя бы. Патроны. Бери патроны. Что-нибудь там есть? А, точно, у меня же есть аптечка, я забыл. Юзани, к черту, да отмени поиск. Сейчас сдохну нахрен. Лечись, лечись быстрее. Быстрее лечись, что у меня, что у меня. Нормально, нормально, живем, пацаны. Да убей, стреляй, сука! Падла, убили. Говнари ссаные. Блин, я слышал, кто-то сзади идет, я думал, показалось. Либо это мой персонаж. Еще проблема? Не всегда понятно, ты разговариваешь или твой персонаж. Вот это еще большая проблема. Блин, говнарь. Меня опять убили. Да чтоб ты сыром срал, говнарь. Только завалил, думаю, кайфово. Нет, блин. Подбежала какая-то тварь сзади и завалила меня. Ладно, давайте еще сыграем. Ну что, ребята, я решил еще одну каточку сыграть под конец. Блин, что-то я не знаю, я как-то немного плохо играю, немного подтупливаю, извините. Все-таки еще не профессионал в данной игре, но все со временем изменится. Если буду много играть, научусь играть. Пока что мало играю, мало чего умею. Но все равно, более-менее какие-то успехи хотя бы есть. Это уже хорошо. Так, вот там проверять надо, часто будут люди. Блин, меня, конечно, убили туповато. Я слышал, что кто-то идет, но я думал, ладно, не буду отреагировать. Но видели, что произошло. Произошел облом. Такой великий облом. Поэтому теперь слышу какие-то шумы. Все проверяю, все чекаю. Вот бы если проверил бы, мог бы, может быть, и выжил. Но из-за того, что не проверил, сдох. Так, куда пойдем, не знаю. У меня есть предположение, каким путем мы пойдем. Точнее, куда мы пойдем. Я хочу заранее еще послушать, есть ли кто-то рядом. Как? Кто-то есть, кто-то там что-то... Ну, кто-то что-то там болтал.
О чем болтал и кто болтал, неизвестно. Но это говорит о том, что... Вон в том конце карты. Ну что, мы здесь не одни. Это на это намек. Тихо, видели, видели, видели? Голова была, голова была. В окне была голова. Я видел. Пойдемте завалим его. Этого маленького засранца. Ну, или хотя бы попытаемся. Если сольемся, ну, ладно, похрен. Как-нибудь обойдемся без этого. Да, я видел его голову. Так, по-тихому. Уйди, собака! Персонаж немного тупанул. Чё-то дико залагало почему-то в момент перестрелки. Куда-то убежал. Куда-то... А, не, он сдох, кажется. Нет, это другой чувак. Кто? А, я его... Блин! Ёпти! Ой, я опять что-то тупанул, раканул. Извините, еще раз извиняюсь. Пока что плохо играть умею. Господи, я такой захожу, я думаю, сзади начинает стрелять. Он, оказывается, лежал в этой комнате. Засранец, он в эту комнату побежал. Блин, я тупанул. В следующий раз буду знать, если кто-то там возле комнаты... Если рядом находится открытая комната, значит, он туда убежал. Блин, он лёг и меня, я тупанул. Я начал смотреть, где он. Я ожидал, что удар будет со спины. Но он оказался, так говоря, ну, не прям со спины. Немного сбоку. Или из пола. Да, это было, конечно, эпично. Не знаю, может попробовать еще раз? Ну, давайте, может, еще раз. У меня оружия много, денег много. Будем, конечно, все проебывать. Это, конечно, уже не круто, честно сказать. Но мне хочется. Мне хочется сделать нормальную игру, где я кого-нибудь поубиваю и смогу выйти. Хотя у меня уже были моменты, когда я мог убить и уйти. Но я почему-то решил эти моменты оставить. Ой, точнее, этот, продолжить. Вместо того, чтобы уйти, я решил остаться. Были ведь все-таки моменты, я убивал, вы видели, у меня был дробовик, у меня был довольно хороший лут, но я почему-то хотел остаться. Мне захотелось еще убивать. Нет, если мы убиваем хотя бы одного или двух человек, вот там нашли крутой лут, дробовик, какое-нибудь оружие, уходим, все, уходим. У нас не так много всего, уже заканчивается оружие у меня в снаряжении. Поэтому находим сейчас что-нибудь крутое или убиваем кого-нибудь, забираем то, что у него есть и уходим. Во-первых, надо разработать какую-то тактику. Получше все-таки тактику. Я помню, я раньше и пользовался, можно опять воспользоваться той тактикой, сидеть. Но она требует много времени. Я сейчас не имею столько времени, чтобы там сидеть. Ты там чисто сидишь, и иногда бывает, все-таки к тебе заходят NPC, ты их убиваешь и лутаешь. И потом чисто я потихонечку уходил. Таким образом, я два раза. Таким образом, я тырил много всяких крутых пушек, как Сайга, Калаш и много всего остального, там броник. А, крутой рюкзак, помню, был. Таким образом, можно так немножко читерить. Вот в том углу, если сидеть, я в прошлой серии показывал. Это читерское место. Рекомендую попробовать. У кого есть эта игра, попробуйте это сделать. Может, у вас получится. Приготовьтесь. Давайте приготовимся. Я готов. Умирать я готов всегда. Рейд номер 5, уровень 1, Оператор Дилан. Я снимаю, я оператор. Так, побежали. Я знаю, бегать нельзя, но мне пофигу. Мне уже просто лень, я задолбался. Мне кайф экшена и веселья. Либо вы мне даете экшен и веселье, либо идите, все. Последняя катка. Видим кого-нибудь. Убивай! Я, наверное, вырежу этот момент, потому что это, наверное, была самая наитупейшая смерть. Я это осознаю. Осознаю. Не надо бомбить. Не надо сейчас дико орать от того, что я дико туплю. Это вполне адекватно, вполне нормально. Я пытаюсь всеми спешить, этого нельзя. Кстати, это хорошо, что я делаю ошибки, вы не будете делать таких ошибок. Не надо бегать, надо идти спокойно, не надо никуда бежать. Надо всеми идти и проверять, есть ли кто-то справа, есть ли кто-то слева, есть кто-то на полу, кто-то может лежит. Всегда проверяйте. Всегда выходите, как-то вот смотрите из-за угла. Я знаю, мне так тоже надо было делать, но я как-то... Не захотел, я решил поспешить, побегать, повеселиться. И видите, что получилось, 20 секунд прожил. Поэтому учитесь, вот я вам показал 4 вроде, да, катки. Вы видели, как я тупил, какие ошибки не надо делать, и не повторяйте их. Попробуем еще потом снять.
Я надеюсь, что в следующий раз я уже так сильно тупить не буду. Будем играть профессионально, спокойно, никуда не спеша. Будем сидеть, осматриваться вправо, влево, проверять, есть ли кто-то какой-нибудь засранец в углу. Уже будет более-менее такая нормальная катка, я надеюсь. Еще раз извиняюсь перед теми, кто сейчас будет, может, бомбит. Но зато вы будете знать, что не надо делать, а что надо. И всем спасибо, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал.